Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о новинке. Игра называется Hilomi Cute Photo Quest. Hilomi, наверное, это зовут эту девочку, которая путешествует по различным уровням и использует, как я помню, свой фотоаппарат, чтобы, наверное, запечатлеть каких-то животных. Вот, данная игра абсолютно бесплатная. Скачали ее один человек. Ну, игра появилась недавно, средняя оценка 4.9. Игра очень красиво нарисована, она необычна тем, что я таких похожих игр на андроиде не видел. Так, в настройках игры тут что тут можно, в Оптионсе можно посмотреть, но это мы смотреть не будем. Тут есть магазин, в котором мы можем, сейчас у нас грузится какие-то, как я понял, фотографии с онлайна, потому что если вы, ага, то есть мы можем брать рекламу, для этого нужно заплатить денежки. Ага. Какие-то различные, как я понимаю, миры открыть, да, для того, чтобы проходить дальше. Но мы этого делать не будем. Также есть альбом, в котором различные будут фотографии помещаться. Она красиво нарисована. Ну, давайте не будем ждать, давайте начнем саму игру. Вот, кстати, так вот выбирает у нас миры. Всего их будет 5 штук. Нажимаем. Я вам сейчас объясню, в чем смысл данной игры, как в нее играть. Необычно заключается в том, что это необычная аркада или там раннер. Вот мы нажимаем первый уровень. Тут видео, но на эмуляторе, к сожалению, оно не воспроизводится. Вот наша Hilomi. Ей надо слева направо дойти до телепортатора. Вот первый уровень самый простой. Нам просто показывает, что она, как только уровень начинается, она сама передвигается. Все, мы первый уровень прошли. Идем дальше. Нажимаем Next. Сейчас маленько усложнится. Передвигаясь, наша Hilomi, видите, мешает вот эта вот, яма. Для того, чтобы яму убрать, мы свайпаем вот так пальцем. Все, теперь Hilomi может спокойно добежать до телепортатора. Уровни постепенно будут усложняться. Давайте попробуем пройти как можно больше уровней, чтобы вы поняли, какое будет разнообразие в данной игре. Музыка красивая, музыка прикольная. Красивая нарисовка, красивая, прям, ну прям мультипликационно. Атмосфера своя, ну все прям это. Чуки-пуки. Давайте. Так, теперь нам говорят, вы сами должны догадаться, что надо сделать. Ну, это очень просто. Как, кстати, я заметил, как только мы, например, эту яму убираем, наша Hilomi, она останавливается, ждет, пока мы это сделаем. Так, теперь у нас появляется какая-то мышка. Ага. Попытаться на уровнях мышки, для этого надо их сфотографировать. Вот, она сфотографировала, как получается. Вот почему называется такое название Hilomi Cute Photo Quest. То есть она будет путешествовать, как я и говорил, фотографировать животных, которые будут податься ей на пути. Так. Ага, мы также можем животных этих поднимать. Все, наш Hilomi опять сфотографировала эту мышку. Ну, пока просто проходится, потому что это только начальный уровень. Думаю, дальше будет усложняться. Вот. Тут уже как-то посложнее. Пока не понятно. Ага, вот таким еще образом мы сможем это помогать Hilomi пройти уровень не только снизу, но и сбоку. Мы сможем перемещать различные. Вот тут уже какой-то заяц. А зайцы какие-то большие зубы. Так, мы фотографируем. Надо попробовать, что будет, если наша Hilomi упадет. Давайте это попробуем это сделать. Это вам будет уроком. А, смотрите, заяц, как бы он редкий вид, и мы сфотографировали этого зайца. Также потом сможем просматривать все эти фотографии. А давайте пусть она упадет. Что будет? Нет, нам не дают это сделать. Очередного зайца мы сфоткали. Ну, давайте последний уровень. Я хочу посмотреть, как оно упадет. Так, каждая земляная модификация стоит. То есть мы... Ага, то есть я как понимаю, это тратится. Вот эти все наши попытки использовать. То есть это не просто так. Вот тут как бы типа головоломки. Вот. Ну вот. Прикольная игрушка, нравится, обязательно скачивайте, тем более она бесплатная. С вами был Android Androidыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.